В Бельцах муниципальное предприятие ДРСУ приступило к капитальному ремонту улицы Стрыйской. Дорогу, находящуюся в ужасном состоянии уже много лет, наконец отремонтируют. В данный момент там проводят замену старых бордюров на новые. В качестве временной меры произведут ямочный ремонт, после чего всю дорогу выложат асфальтом. По словам главного инженера ДРСУ Анатолия Посечника, работы планируется закончить до Дня города, то есть до 22 мая. На улице Стрыйской плановый ремонт. Значит, первоначально первый этап этой улицы – это замена бордюров. Почему замена бордюров? Потому что нецелесообразно будет ложить сплошным асфальтом. Тут в процессе в дальнейшем окончательно это покрытие улицы сплошным асфальтом. Значит, поэтапно что производим? Значит, производим замена бордюров, затем ямочный ремонт по всей улице и последующее, как бы, завершение этого всего – это покрытие улицы сплошным асфальтом, сплошным слоем асфальта. Я понимаю, что, может быть, владельцев не столько интересует замена бордюров, как ямы, которые есть, образовались на этой улице, но невозможно и некрасиво, и нецелесообразно, и неправильно будет сделать сплошным, покрыть такую улицу сплошным асфальтом и не этот самое, не заменив бордюры. Бордюры, во-первых, очень низкие, и если мы еще поднимем эту улицу, то они вообще будут никакие. Ямочный ремонт, я думаю, планируем начинать буквально, даже поэтапно будем делать, не будем ждать пока полностью замена, потому что люди страдают, такие ямы, это вообще очень тяжелая улица. Не будем ждать полной замены бордюров. Я думаю, частично начнем, вот как участок сделали замену, пойдем делать ямочный ремонт. Я думаю, что до майских праздников, а вообще, может быть, даже и до Дня города, эта улица будет закончена полностью в сплошном асфальте. Анатолий Посечняк также рассказал, что ДРСУ запланировала на 8 апреля проведение массового субботника и вывоз мусора с территории городского кладбища. Главный инженер обратился к бельчанам с просьбой завершить уборку могил до этого числа. ДРСУ планирует на 8 апреля субботник. Массовый субботник по вывозу мусора. То есть мы привлечем, скорее всего, и дорожных рабочих для того, чтобы... И просьба ко всем горожанам, кто имеет возможность, пожалуйста, до 8 числа пусть уберут свои могилки, там родных и близких, вынесут на дорогу, для того, чтобы после этого опять не собирались эти кучи, чтобы как-то немножко это дело упорядочить. Напомним, на территории кладбища также проводятся ремонтные работы. Там монтируют бордюры, восстанавливают дорогу и протягивают электрические провода для установки уличного освещения. Для удобства горожан при въезде на новое кладбище сделают дополнительную остановку для маршрутных такси.